Астра, мама я костромушка, золотая ты головушка, у костромушки кисель да блины, у костромушки горячие пироги. Жива ли там наш Кострома? Жива. Чего делаешь? Да вот, тесто на блины поставила, сейчас есть буду. Маньк, а Маньк? Чего тебе? Ты не видала, жива ли там наш Кострома-то? Да вон, сидела, блины ела. Ага, ну пойду до нее схожу. Кострома. Кострома, ты жива? Да жива. Чего делаешь-то? Блиночки ела-ела, ела-ела, да объелася, хвораю. Манька, Манька! Чего тебе? Костромат хворает, дойдем до хаты-то. Жива ли Кострома? Хворала-хворала, да и померла. Умер, умер наш покойничек, ни во среду, ни во вторничек. Его сталь хоронить, он ногами шевелить. А как стали отпевать, он за нами бежать. А сейчас для самых маленьких наших зрителей мы покажем, как сделать куколку-веснянку. Нам понадобится кусок ткани белого цвета, кусок ткани поменьше, прямоугольной формы. Для сарафана нужно вырезать кружочком кусок самой яркой ткани. Маленький квадратик для платочка. Ножницы, ваты или ватные диски, нитки и пряжа. Кладем ватный диск в центр белой ткани, сгибаем по краям и формируем голову нашей куколки. Закрепляем нитками. Кукла считается обереговая, и поэтому важно завязывать 3 узла. Отложим куколку в сторону и приступаем к ручкам. Берем кусочек ткани поменьше. И чтобы наши ручки были более объемные, кладем по краям 2 ватных диска и также сворачиваем. Завязываем по краям, как показано в видео. И помним, что обязательно нужно делать 3 узелка. Снова берем нашу куклу и приделываем к ней ручки. Закрепляем нашу куклу оберег нитками крест-накрест, как показано на видео. Завязываем 3 узла. Отложим куклу и приступаем к сарафану. Сложите кружочек пополам и сделайте посередине 3 надреза. Одеваем сарафан на нашу куклу. Отрезаем лишнюю ткань. Теперь нам нужно сделать пояс нашей куколки. Можно отрезать полосочку ткани и завязать, а можно, как показано на видео, сплести из пряжи косичку.
Для волос нам понадобится пряжа. Чем больше пряжи, тем гуще будет наша коса. Прикрепляем волосы к голове, как показано на видео. Заплетаем косичку. Одеваем платочек на голову и закрепляем нитками. Наша кукла готова. Надеемся, что вам очень понравилось. Спасибо за внимание.